24 августа мы все еще в Ташкенте. Это наша обитель на окраине города. Здесь спит Роман. Здесь питается Тимур. Здесь ходит Роман. Умывальник. Общий. Это моя палатка. Кругом просто море винограда. Смородина, которая почему-то не опадает. Хотя в России, в Казахстане она уже давно сошла. Еще есть собака. Алабай. Маленькая-прималенькая. Пятимесячно. Лора, признавайся, зачем перегрызла кабель и обесточила все? Ну что, рассказывайте, как впечатление вообще? Устали больше, наверное, блядь, чем вы посмотрели. Да нет, там интересно. И не так уж много всего. Да нет, что посмотреть. Самарканд, Самарканд не Ташкент. Так, подожди, все. Но мы приехали не вовремя, там у них 25-го фестиваль открывается большой, музыкальный, международный. Они сцену поставили прямо в Регистане. Иди отсюда, я сказал. Репетируют. Как оттуда-то уехали? Мы вообще, честно говоря, сказали, субботу. Блять, такая, а? Шалава. Иди отсюда. А мы также взяли билет на такой же поезд. На такой же? Причем а он что, вечером идет? Да, он вечером в 6. Там не очередей, ничего. Ну, Самарканд, да, хуй там. Желающих не так много. Вы что, готовили, что ли, вчера? Ну да, чай. Я успел скипятить, а Ромыч не успел. А кипятильника не было, а свет же был. Так он сначала был, а потом все. Чего? Выключился. Сейчас нету света. Да вы что? Да. У нас вообще позавчера вообще не было света. Вообще во всем районе. А что происходит? Почему? А хуй знает, не знаю, как от подстанции что-то летело. Ну вчера вот тут, наверное, минут 40 где-то было. Может быть, они отключались. В магазине вон генератор, блядь, открыли еще. Так, ну ладно, хорошо. Махайте, готовьтесь к маршруту, блядь. Сегодня 25 августа. Мы выехали из Ташкента, где провели почти 2 недели вместе с поездкой в Самарканд. Сейчас едем к Ангренскому перевалу. Он ведет и Каганскую долину. Вот впереди уже встают горы. Перевал относительно невысокий, около 2200 метров. Но пока ничего подобного мы не проезжали, начиная с Москвы. Всего проехали, кстати, немногим меньше 4000 километров. Мы ищем ночлег. Процесс трудоемкий, потому что территория густо заселена. Очень сложно найти уединенный уголок. Вот нам попалась какая-то роща. Если не заморачиваться, можно встать здесь. Важно. Потому что тут пасутся. Ну вот здесь с наклоном, но без говна. О, красота-то какая, неописуемая. Вот итог нашего дня. Привет, Тимур из будущего. Когда будешь смотреть на себя, помни, что ты был счастлив. И спокойно. Вот так вот. Что снимать? Я сейчас буду снимать. Вон, видишь, что красиво. Вот такой высокий дым идет. Красиво? То есть ты тоже счастлив? Ну, как сказал этот самый Антониони, даже урбанистические пейзажи могут быть красивыми. Как... Урбанистические пейзажи? Да. Ну или как-то так. Вкусно мешает. Такая выдержка. Почему делать выдержку? Ну что ж, оставим Романа за его увлекательным занятием. Вообще, это наша первая ночевка вольная в Узбекистане. Потому что как только мы въехали, мы попали в Ташкент, в гостиницу. Затем на дачу. Потом в Самарканд опять в гостиницу. Потом опять на дачу. Только сегодня мы добрались до поля. Шествие Романа через перевал. К перевалу. На перевал. До перевала. Самочувствие. Не желаешь айрана? Айран хочешь? Ну, это молочная штука, от которой у тебя болит живот. А ты хочешь что это? Молочная штука такая, там есть. Если хочешь, я купил, осталось. Нам не хватило сил преодолеть перевал. И мы подписались на ночлег. Рядом с трассой к местным жителям нас кормят фасолью. Картошкой. Мы очень рады в этот трудный час получить поддержку. . 27 августа. Ангренский перевал пройден. Там позади туннель на вершине. И вот уже спуск в Каганскую долину. Все было не очень сложно. Можно было ложиться за день, но... Мы в Коканде. Я уж не говорил. Скажи еще раз. Welcome to Kakand. Hello, мистер. Мы только что здесь услышали. Местные дети очень разговорчивы. Они даже здравствуйте знают. Они гениальны. Наверное, они испанские еще снимают. Вот ты продолжай. Я продолжаю тем временем снимать. Старая не училась. Училась старая? Да. 200. В этом году исполнится 200 лет. Вы даже не заходили внутрь? Сюда? Зайдете? Да. О чем молится? Ну, у вас тоже молится же. О чем? Ну, о чем? Ничего, то у нас тоже такое самое. Чтобы было здоровье? Здоровье, нет? Все хорошо, попросите с Бога. Каждый сам по себе молится? Да, каждый. Все свет есть, все горит, вентилятор есть. Здесь прохладно будет вообще. А в день сколько раз молитва? 5 раз. И все время здесь? Нет, приходит. Если погода прохладная, мы туда выходим, когда жарко сюда. Здесь все вентиляторы, условия есть. Прохладно будет. Вот здесь так и сюда все. У нас вот в таком порядке пойдет. 5 часов утром, хоть 15 час, сейчас обед будет. Пол 5, потом 7-10. Там последний, здесь 15-9. А сколько длится молитва одна? 15 минут, не больше. Что за зайти, моется, все хорошо, чисто, потом зайдет молиться. Каждый перед молитвой все ноги, руки, все моется, все хорошо. Майка. Это самая большая, да, мечеть? А в Мадине самый большой. А, в Мадине? Да. И туда... 7 миллионов или 8 миллионов помещается. Собирается хадж, да? Да, хадж. Это Мекка. Я был. Да? Да. Там не приезжал. 10-м году. 3 года уже. А вы визу получали? Угу. Каждый год нам дает в городе около 100 человек. Угу. По очереди есть. в Узбекистане 5 или 6 тысяч человек пойдет весь Узбекистан каждый год. Сегодня 29 августа, но только что свалилась камера. Не знаю, что там показывает и записывает. Кварталы в предместьях Андижана. Блеск и нищета. Апартаменты в Киргизии. Пойдем в святая святых. Туалет. Обратим взор на улицу. Вид на Сулейманову гору. Сегодня 1 августа, 1 сентября. Мы выехали из Оша и направляемся в сторону китайской границы. Также мы сегодня разделились с Романом. Он поехал в Бишкек на север. Там он сядет на поезд, предположительно, и вернется в Москву. А мы с Тимуром, вот этим типом в синей фуфайке, едем в Китай, границу с которым осталось, наверное, километров 200. Страшный грузовик с сеном. Дичь. Свиновозы боюсь теперь. Да это вообще убийца. преодолели перевал высотой 2389 метров. 2389. Спустились в долину. Здесь расположился городок Гульча. Или Гульча. сентября, второй день без Арламана. Мы нашли восхитительное место для стоянки. С чудовищным обрывом. Завтра у нас по графику еще один перевал, что-то там 3800. Сегодня мы сделали перевал 2389. Кстати, заметь, вон там горка наполовину тоже красная, и даже домик выглядит красным. Может быть, это глина? Может быть. Ваше последнее слово перед перевалом. Мы в плюсе. Хай. Хай. Пока. 3 сентября мы преодолели перевал Талдык, 3615 метров или 3593 по GPS. Весь путь занял часов 5-6-4. И теперь мы танцуем. Сани нам немножко не хватает. На самом деле это было трудно. Честно признаться. Потому что я почти весь путь пешком. Ну, тебе можно сделать скидку, потому что ты после болезни. Старый. В общем, да, пока это был наиболее сложный перевал на нашем пути. Если взглянуть вниз, это станет видно. Вот эти все серпантины и еще немножко за горой. Пришлось сегодня преодолеть. Солнце прям припекает. Ну да, сейчас поедем, опять будет прохладно. Здорово! То, по-моему, самое высокое. Опять сходится. Вы тоже что-то чисто. Это даже вообще не передает. Хотел сказать, что это чисто китайское, но... Высота 3770, почти 3800. Это выше, чем вчерашний перевал. Хотя значка перевала здесь нет. Идет себе дорога, идет на трех, почти на 4 километрах. Там осталась Киргизия. Там Китай нас ждет. Эти белые вершины тоже Китай. Какой же это Китай? Киргизия. А где-то там вдалеке Таджикистан. Китай, Китай. Совсем. Так я выгляжу. Поэтому не мертв. Какая-то подозрительно не киргизская деревня. Здорово! 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 Он, кажется, схватился за мой велосипед. Уже отцепился. Делал что-то? Нет, ну что-то целись, я думал, тут стреляют. Ты уже одному навалил. Замки. Hello. Кажется, и граница. 8 сентября мы выехали из Кашгара, едем на восток. Блюда китайские. Коканд. Наша первая человеческая ночевка в Китае на просторах предгорья Тяньшань. Нет. Практически идеальная поверхность для установки палатки. Полное отсутствие вредных насекомых в воздухе. Муха долетала, правда? Муха не в счет. Приготовься, мы тебя снимаем. Фу, это ее не видно. Она вообще вряд ли думает. Погладить хочешь? Нет. Она еще бегает смешно. Фига себе. Это тебе не наши велосипедные скорости. Вместе с печеньями за 11. Печенье больше. Да, правильно. Золотой скалы. Такая интересная скала. И вообще там как-то все очень интересно. Змеи только. Змеи — это ерунда. Видишь, уже все спят, а ты плачешь. Все кино. 12 сентября мы въехали в Аксу. 15 сентября, трасса Аксу-Куча или Кука, как пишут в некоторых картах. Здесь, оказывается, тоже идет дождь и бывает холодно. Вчера вечером нам попался сборщик бутылок. Мы даже подумали, что это есть селение. На селение мы не доехали. Еще был дождь, холод. И вот мы его опять встречаем. Да он бредет, черт его знает. Как он провел ночь, непонятно. пещеры 1000 бут в окрестности Турфана. Это не пещера, но находится рядом с гротами. Что-то уйгурское. . 22 сентября. Мы где-то в километрах в 180 от Хами. Китай просто великолепен. Ночуем у Черных гор. Тимур, кажется, собирает хворост.